Добрый день, друзья и любители недвижимости. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде. И добро пожаловать на наш замечательный канал, который ведет Юля Руфлорида. Друзья, некоторые из вас, может быть, многие из вас, смотрели предыдущее видео «Дом с бассейном за 460 тысяч», который очень понравился, он понравился мне, он понравился покупателю, но покупаем мы вот этот дом. Есть несколько причин. Во-первых, скажу честно, мы, агенты, тоже не боги, да, мы не смогли выиграть тот дом. Мы за него боролись, и то, что его выставили за 460, это была такая уловочка. У них было очень много offers, просто невероятное количество предложений от других покупателей, и мы даже поднялись до 500, и мы не вошли даже в тройку выигрышных офферов. То есть тот дом выставили за 460, за сколько он продастся, он еще пока под контрактом, но это будет нам явно больше 500. Окей, почему мы остановились? Да, он был хороший, он был с бассейном, но так как мы ищем инвестицию, и я говорила, что это инвестор мой из Нью-Йорка, так как мы ищем инвестицию, вот в какой-то момент уже цифры никакого смысла не делали, если бы мы еще поднимали и добивались тот дом. То есть мы стали считать цифры, и мы поняли, что выше 500 планку нам поднимать невыгодно. Как бы, если бы они покупали не для инвестиций, а сами туда переехали, да, это очень хороший дом для собственной, как бы, жизни, да. Вот, я бы с удовольствием в таком доме жила, вот, но это если жить в нем. Для инвестиций он нам уже не подходил выше 500. Плюс еще затраты на бассейн мы все посчитали. Я считаю, что инвестиции лучше инвестиции иметь без бассейнов. Ну, конечно, может быть, у вас в планах будет переехать через 3-4 года самим, это одно дело. Когда пока это в планах нет, в какое-то будущее, да, ближайшее, то на бассейн очень будут высокие затраты по обслуживанию, по ремонту, если помпа летит, если фильтрация летит. Ну, действительно, это, ну, большие затраты будут, которые тоже не показывают цифры для инвестиций, могут показать их не такими хорошими. Вот этот дом мы сейчас пройдем. Я в него влюблена, честно говоря. Очень-очень классный дом, очень по цифрам хорошо подходит под инвестиции. Я вам сейчас расскажу по цифрам. Дом был выставлен за 425 тысяч. Мы зашли под контракт 415, мы поторговались. Дом 3 спальни, 2 ванных, 2 полных санузла, 1593 квадратных фит, 148, в переводе 140, на метраж 148 квадратных метров. HUA здесь всего $19. А зато при всем при том, я сколько ездила, когда вот мы смотрели и с покупателем, и до этого я смотрела для них, я ездила, это очень-очень аккуратный комьюнити. Видно, что люди живут, любят свои дома, все чистенько, убрано. И $19 – это просто отличное HUA. Это, кстати, тоже очень большой жиренький плюсик для возврата по инвестициям, для прибыли, да, то есть одно дело вы 200 платите в месяц, другое дело 18, это да, да? Угу. Вот, это значит, ну, получается, у вас будет лучше, лучше, как сказать, прибыль, да, прибыль да. будет выше, вот, лот, земля, здесь 0,12 акра, что, Юля, я еще упустила, я потом, кстати, в конце пройдусь еще по цифрам по ипотеке, уже под реальный случай. Оставайтесь с нами. До конца видео. Да, да. Оставайтесь до конца. Я это обычно оставляю в конечном итоге, заключительном. Вот. И сейчас давайте посмотрим. Кстати, место расположения, локация. Локация очень-очень классная здесь. Я смотрела, вот я еду из даунтаун Орландо, 16 минут. Международный аэропорт тоже где-то 17 минут. Он какой-то очень такая центральная локация. Университет, самый известный во Флориде, в Орландо, UCF, находится в 10 минутах езды. Удобно. То есть этот дом будет очень легко сдать из-за своей локации. А по школам? По школам здесь очень хорошие элементари. Школа,
middle и high, она, ну, так себе. А мы сказали... Ну, я имею в виду, ну, не самого высокого рейтинга. Ну, понятно, средняя. Да, да, и эта локация, она, конечно, делает этот дом привлекательным. Я знаю, что я найду арендаторов достаточно быстро. Если кто-то работает в Lake Nona, пожалуйста, 20 минут. У нас же Medical Center огромный, Medical City в Lake Nona. У нас, пожалуйста, медицинские госпитали в Даунтаун Орландо 16 минут. То есть очень все близко ко всему. И, кстати, за пределами этого комьюнити мы с тобой, Юль, проедем. За пределами комьюнити можно пешком пройти Plaza. С Publix, это продуктовый магазин, и всякие там маленькие такие... ресторанчики, закусочные. Из чего сделан этот дом? Блочный. А сколько акров? 0,12. Все, вопросов больше нет. Ну, я говорила, ну окей, хорошо. Давайте просмотрим. Кстати, в доме поменено все. Сделан ремонт, и сделан он не быстрый такой, как флипы делают, а сделан для себя. Дом прошел инспекцию, все было отлично. У нас было кое-что, что мы попросили исправить. Я укажу. Все исправлено, я уже заметила. Будут кое-какие детали, когда мы будем уже проходить по дому, смотреть, я обращу ваше внимание. А какого года этот дом? Вот это я не сказала, молодец, да, спасибо, 1998 года. 98-й, не очень-таки старый. Нет, он не старый, да, да. Так, смотрим, какие здесь есть интересные обновления, особенности. Да. Смотри, какой сделали драйвей. Да, кстати, обратите, подъездную часть гаражу. А я вообще такого нет. Ты знаешь, я такого не видела. Я вижу выложенные кирпичиком бывают драйвеи, но вот чтобы такую красоту нарисовать. Не говори, постараюсь. Это понятно, что это не нарисовано, это плиты такие большие. И покрашено, да, немножечко. Да, а у соседей, если посмотрите, такие драйвеи, которые оригинальные, они лопаются. Ну да, они с трещинами, да. Они с трещинами. Это не страшно, но смотрится не так красиво. А здесь уже как бы... трещин не будет. это большой плюсик. Хороший плюс, вот мне очень нравится входная зона здесь. Да, пальмочка красивая. Да, пальмочка, камень положен, то есть меньше... А, вот он. Меньше... Галька. Мы это называем low maintenance, да, то есть не будет очень много работы по, ну, с газоном, так сказать. Но гараж на две машины. Гараж на две машины, мы изнутри посмотрим. Здесь, кстати, тоже зона. Смотри, что придумали. Да, сеточку зона, видишь, сделали. Сеточка загорожена, такая так, входная это, зона. Это, кстати, довольно-таки необычно, да? Что тоже необычно, да. Они сделали сетку. Хорошо, тоже необычно. Проходим. Добро пожаловать. Так, 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 так. Значит, что какие начнем? Обновления? Может быть, ты будешь ходить, а я буду... Да, я вот начну отсюда, вот тут интересно, тоже шкафчик, вот здесь гардеробная. А я буду на заднем фоне, да, говорить про обновления. Хорошо, что есть на входной зоне шкафчик. Прямо здесь, это удобно. Плитка, она, конечно, не какая-то дорогущая, но очень симпатичная, нейтрального тона, и это тоже было недавно положено. Крыша почти новая 2018 года, дом был покрашен снаружи, изнутри, заменена кухня, вся бытовая техника новая, гранитные поверхности. Вот давайте пройдем, в общем, здесь у нас получается зона, которую мы, как обычно, не знаем, как использовать. Что это, family, не family? Здесь вот я, здесь, кажется, можно поставить стол. А на самом деле, если семья не будет использовать вообще эту эрию, тогда я бы вот здесь сделала столовую. Ну да, столовая, да. А здесь можно и диванчик поставить. То есть из этой комнаты, в принципе, можно что-то придумать оригинальное. Да, да, да. Если семья, которая будет здесь жить, очень любит гостей, там вместится очень большой стол. Здесь у нас кухня, совершенно новые шкафчики. О, да. Вот шкафчики точно такие, как у меня дома. Ага, да, белый цвет. И appliance новый, да, тоже? Все новое, appliance новые. Здесь даже вот еще... Смотри, не сняли еще. Вот, даже еще не сняли. Здесь все это новое, микроволновка новая, холодильник. Ты знаешь, по-моему, холодильник единственный, который не новый. Он новый? Он новый, но, может быть, его чуть-чуть и пользовали. Ну, может быть, да, но выглядит, он, знаешь, чистенький. Я говорю, что инспекция прошла очень хорошо. Инспектор просто не мог ни к чему придраться. И самое хорошее в этом доме, вот это стоило бы очень много денег. Окна заменили. Окна, все окна заменены. Да, и здесь двойные стеклопакеты.
посмотрите. Вот это хорошее вложение. Даже они мраморные, смотри, здесь сделали. Да. Здесь вот был такой косячок, я смотрю, они молодцы, исправили. Исправили, что было. А здесь стена была как... Что-то с ней было, как мне объяснил продавец, ну, риэл, представитель продавца, что когда меняли окна, повредили стены, стены не очень аккуратно это как бы, ну, просто как-то там замазали. То есть они вызвали снова профессионала, это все вырезали и уже профессионально красиво сделано. Потому что это был класс. Ну, какие-то... Видно было повреждение стены, и это произошло, когда снимали... Когда меняли окна. Вот, сейчас ничего не видно, все аккуратно, да. А, я еще хочу заметить, что, смотри, они выкрасили вот в этот цвет, как, скажи, вот этот цвет можно назвать? Это же не белый. Я думаю, это слоновая кость. Вот слоновая кость. Я бы ее так назвала. Так вот, посмотри, значит, здесь все цвета... Плинтус. Плинтус. Интересно, я и даже не смотри, обратила внимание на потолке. Вот, да, вот да, это да, тоже. Точно, они да. все покрасили. Это не, в один не цвет. Белый, да, не белый. А ты посмотри, то есть вот эти вот шкафчики, они тоже покрашены в цвет слоновой кости. Я вот сейчас смотрю по всему дому, ты знаешь, да. я не обратила на это внимание. Да, то есть но... вот он белый цвет, вот такой. А здесь они, видишь, выкрасили все цвет кухни. Сделали цвет кухни. Цвет кухни. Смотрите, вот посмотрите. Посмотрите. На кухню. Нет, отойди. Так. Сними с другой стороны, с той стороны. Если кто-то что-то заметит. Потому что мы это с первого раза не заметили. Ну вот я не заметила тоже, что не так. Я не вижу посудомойки здесь. А, действительно. Да. Это настолько какая-то большая редкость. Я такое вижу, что, например, в дуплексе у нас, ну нет, да, но в каких-то старых там домах, старых районах. И когда наш еще делал продавец ремонт, он сказал, что для инвестиций я не люблю, когда есть посудомойки, это то, что ломается. Ну окей, мы тогда озвучивали. Да. Но я считаю, что в доме посудомойка должна быть. А где? Ее нету? Действительно? Она должна быть здесь. А, окей. Как мне объяснили, хозяева вообще не любят посудомойки. А-а-а. Они во всех своих домах их убирают. Ой-ш, а дом они делали под себя. Ну да, понятно. Ну, я говорю, ребята, ну, понятно, что есть у каждого свои странности, да, но мы покупаем инвестицию, нам будет сложно сдать дом без посудомойки. И что мы сделали? Посудомойка станет сюда. Мы получили... Сейчас взяли нам, дали нам estimates, ну, цену, сколько это будет стоить, новая посудомойка и ее установка. То есть мы это все рассчитали и сказали продавцу, чтобы они нам эти деньги покрыли. То есть мы получили, получили как бы обратно вот эти 2000, да. Здесь очень легко, мы уже все посмотрели. Мне помогал Денис Бочков, мой коллега, мы с ним вместе смотрели этот дом. То есть мы здесь все открыли. То есть можно это, вставить. Это очень, да, вот этот кабинет убирается, и туда входит посудомойка. Ну все отлично. Вот. И мы даже придумали, что можно сделать вот с этими ящичками. Они вытаскиваются, и можно их поставить вот сюда, например. Там есть рельсы, все рельсы переносятся, и они сюда очень замечательно входят, правда, без панелей, то есть сам ящик, панель это убирается, панель не войдет, не закроется. И вот этот ящик на рельсах, например, крупы какие-то или специи, чем вот так вот, вот, так вот, вот залазить, искать, да, да, вот эти ящики выдвигаются и пожалуйста. Очень отлично. Хорошее решение. Ну, проблемы. То есть они, получается, за эту стоимость сделали. Да, они возместили нам, да. Отлично. И мы это сделаем сразу. У нас есть ребята, которые будут делать. Они нам дали как раз цену. И как мы закрываем, мы сразу делаем, ставим посудомойку. Так, что у нас? Так, здесь мы проходим такая из гаража входная зона и постирочная. Так. Так. Сушильной, стиральной машины нет. Так, здесь будет стоять стиралка. Здесь будет стиралка, да, стиральная сушильная машина. Все, смотри, они все покрасили в один цвет слоновой кости. Да. Это да. очень классно. И дверь тоже, кстати. Так, здесь проходим в гараж. Гараж. Так, опа. Вот гараж на две машины. Смотрим. О, здесь такой тоже есть клозет. Здесь что-то да, есть шкафчик. Держать, закрывать. Какой-то гардероб тоже. И здесь место тоже есть для хранения, даже велосипеда можно поставить. Да. Только это, то есть это гараж чуть-чуть
чуть-чуть больше обыкновенного стандартного тюкар-гараж. То есть ну, еще есть... Побольше места. Да. Это классно, здорово. Здесь так. У нас стоит кондиционер и... Водонагреватель. Водонагреватель. Ой, очень хороший, смотри, он новый, у них все заменено. И это smart system, умная система, экологически как бы, ну, выгодная, то есть экономит электричество. И наверх, да? Выход. Наверх мы не полезем, пожалуй. Там, кстати, все тоже отлично. Инспектор, когда там был, он говорит, там просто все чисто, все отлично, все замечательно. Он не смог ни к чему придраться. Ну, что-то там по мелочам. А я еще хотела, знаешь, про вот этот столик сказать. Скажи, для чего его иногда делают? Ну, здесь есть... можно, здесь, видишь, даже вот дырочка есть. Ага. Раньше вообще ставили здесь в компьютеры, можно, так. например, готовить. И тут с компьютером. И поработать, да. Угу. Вот. А так вы заходите из гаража, положили ключи, сумочку или что-то. Да. То есть, ну, вообще можно сесть, как, для это компьютерный место. Столик, да. Угу. Тоже удобно для многих будет. Ну, отлично. Куда многие хранят пришли? Здесь чеки, например. Угу. Какие-то нужно сохранить. Они... Письма. Письма, такое. Да. Такой вот столик у нас. Так. А, и потолки, давай скажем, да? Ну, тоже, как да, мы потолки любим, как мы любим, очень интересные. Да. Они высокие, угу. и они идут по наклонной. Угу. Я не уверена, кафедрал, да, потолки, которые идут да. не прямо. Да, есть у нас такое слово кафедральный? Кафедральные потолки. Ну хорошо. А нам скажут. Потолки идут под наклоном, под углом, и они очень высокие. А, да. Так, здесь у нас, я вижу, гранит. Гранит. Гранитная поверхность. Да, все так в тему. Здесь основная family room, гостиная. Да, вот здесь, по идее, должен быть телевизор. На эту стену да. вешается телевизор. Можно, в принципе, обыграть по-другому, потому что для ТВ-провода есть розетки с обеих сторон. Даже потолок чистый. Да, кстати, да. То есть все было покрашено. Да, и свет, я вижу, все такое чистенькое, новенькое. Так, это у нас будет на десерт. Да, там очень красиво тоже. Дальше пойдем. Так, пройдем в хозяйскую спальню. Так, а вот это что такое? Это хозяйская спальня. Окей. Так, с красивым видом, который мы попозже увидим. Тоже, да, два окошка. Она очень спальня хорошего размера. Она не супер большая, но понятно, на такой квадратуре. Я считаю, что они умно разместили, в принципе. Ну да. Здесь хозяйский угол, там гости или дети. А, да. Здесь две гардеробные. А, раз. Раз и два. И два. Мэ и Жо. Вот та даже со светом. Да. А посмотри, какие здесь ниши есть еще. Есть туда ниши, можно вазы поставить или что-то, какой-то декор. Посмотри. И высокие потолки очень. Потолок, да, да высокий. Вот это классно, мне нравится высокий потолок. Проходим в ванную комнату. Так. Здесь тоже у них все заменено. Здесь уже кварц у них стоит. Кварц. Отлично. Все хорошие все хорошо. Шкафчики. Потолки. Да, единственное, что здесь раковина одна. Ну, в принципе, да. Это, я думаю, тех времен, да, 98-го обычно делали одну ванну. По идее, когда они делали вообще вот эти, устанавливали вот эти шкафчики, они могли сделать просто две раковины. А, ну да, теоретически. Но они решили больше шкафчиков поставить. Для сдачи подойдет. Да. Ну, кстати. Очень хорошая душевая кабина. Угу. Кстати, да. Хорошего размера. Сейчас мы вот можно помыться. Не, хорошего. Бывают очень маленькие кабинки. Да, здесь все хорошо, все чисто. Новенькое все такое. Речным камнем выложено. Пол выложен. Так, это у нас акрил. Ну, это старого образца, да. Старого образца. Да. Ну, они ее оставили. Это окей. Лампа, какая лампа, смотри. Да. Здесь окно тоже новое. Стеклопакет. Проходим. Проходим в две другие спальни. Здесь такая распашонка, и посередине санузел. Угу.
Ты знаешь, спальни, вот, они такие стандартные, но даже бывают меньше. Да. Ну, они не очень маленькие для как бы, гостевые спальни, я видела и меньше. Ну, то есть совершенно нормально здесь может стать кровать хорошего размера. Ну, квин может стать. Квин может стать, да, однозначно. Здесь может стать. И вот такой большой, большая гардеробная. Такая глубокая. Да, глубокая. Ну, тут полочки еще есть. Хорошо. Окна новые, класс. Да, окна. И потолки здесь посмотрите. Такие окна стоят очень дорого. Потолок высокий. Мне кажется, они недавно сделали ремонт. Они, да, правильно? Да, он такой свеженький. Они для себя сделали, просто потом переехали. Видимо, быстро. Это хорошо, что они для себя сделали, да, а не для флипа. Вот это классно. Так, здесь тоже одна раковина и большая душевая. Инспектор был со своим помощником, когда я зашла, ну, с ними встреча. Помощник говорит: «Вау, сколько он стоит?» Ага. Я говорю: «Столько-то». Он говорит: «Он такой, в таком хорошем состоянии, даже не знаем, к чему придраться». Ну вот показали тоже на стену, но мы ее и сами заметили. Вот, ее уже исправили, а так все просто и идеально. Всё просто классно. Вот такая же совершенно зеркальное отражение той комнаты. Да, тоже. Только здесь окно, видишь, большое какое. Да, вот здесь классно, да, светло. Так, и посмотрим, что здесь. Гардеробная, ух ты, какая интересная. Вот такая вот. И тут тоже есть ниша, что-то поставить, декор какой-то. И вот здесь что у нас еще сейчас вот здесь? Что здесь маленькая такая кладовочка для полотенец. Ага, да. Так, ну что, мы выходим во двор? Да. Самое я прям с таким удовольствием показываю этот дом, потому что я считаю, что это, ну, реально очень хороший. Посмотри, какие они тоже поменяли двери. Смотри, они вот это удобно. Такие жалюзи внутри. Так, здесь, наверное, даже открыто. Я открывала. Уже смотрела. О, плиточка на полу. Вид. А вид-то вид. Так, сейчас мы выходим. Самое главное, вид на озеро. Классно. Соседи. Вот сейчас конечно, покажем соседа. У соседей есть бассейн. Но такой дом с бассейном стоил бы, опять-таки, вот как и другой, на 100 тысяч дороже. Да, как минимум. Да, здесь сделаны тоже везде, по всему дому, сделаны водоотводы. Так. Я очень много вижу домов во Флориде, где их нет вообще. И тогда вода льется под дом. Слушай, смотри, вот это тоже все новое. Все новое. Я вижу, это все тоже новое. И сетка, как минимум, она не старая. Видно, что тоже они недавно это все установили. Да. И вот посмотри, опять вернемся к водоотводам. С каким вниманием они все делали? Боже мой, я куда-то наступила. Да. Видишь, даже вода уходит, и они положили щебень. Да. То есть как-то все по-умному сделано. Для себя, понимаешь? Для себя. Для себя. Да. Так, заходим. Сеточка от москитов. Посмотрите, какое большое помещение, да? Можно, что только не сделаешь. Можно на велосипеде кататься. Да, разгуляй детям воображение. Здесь можно вообще, если дети маленькие, можно сделать прям какой-нибудь уголок детский. Стол поставить, диванчики. Да-да-да. Очень-очень большой. Посмотрите размер. Очень-очень большое помещение. Здесь уже есть тоже, здесь можно поставить летнюю кухню. Единственное, что я никогда не советую ставить под крышей барбекю. Ну да, потому что будет коптиться. Будет, да. Вот, но все, кроме барбекю, можно поставить. Барбекю можно. Да. Вот и... Ну, я вижу, что у многих есть под крышами барбекю. Ну да. Но я бы, наверное, у себя дома не ставила. Ну что, будем прощаться. Да, мы еще обещали по цифрам рассказать. Точно. Вот конкретный пример. Интересно. Я себе здесь выписала. Угу. Приблизительно я все это расскажу. В общем, инвестор делает первоначальный взнос 50%. И 50% финансирует. У нас получается, что по цифрам ипотека сама... Ну, с процентной ставкой, сама ипотека будет стоить где-то 1340,
HOA $19, налог, ну, я не знаю, какой в будущем налог будет, вот на сегодняшний день 463. И страховку, кстати, тоже очень классно, мы нашли, мы обращались к нескольким компаниям, чтобы нам нашли самую хорошую страховку, и сегодня вот нам выслали очень хорошую страховку, мы с ней пойдем, и получается, я разбила на 12 месяцев $133 в месяц. То есть, вот за все про все, можно сдать этот дом в районе где-то 2500-2600, я думаю, что с таким видом можно сдать за 2600, дома без вида сдавались в районе там 2450. 2500, конечно, плюс еще здесь ремонт хороший. Да, Я когда смотрела, какие дома за что, почем сдавались, конечно, это все зависит от многих факторов. Ремонт, как бы техника старая или нет, бытовая, и, конечно, вид. Вот. Ну, давайте, скажем, за 2600 сдадим. И вот минус все те цифры, которые вы обязаны, ну, будете платить. Это ваш interest rate, HOA, налог и страховка. Вот мне вышло где-то 650. Ага. 650 прибыли. Но вы не забывайте, это финансирование. Ну, то есть я считаю, что это неплохо, потому что если бы кто-то купил за наличку, естественно, вот эта сумма финансирования, она бы уже шла в прибыль. Угу. Но опять-таки инвестиции у нас делают не так, чтобы какие-то миллионы зарабатывать это на аренде, да, больше делают инвестиции сейчас в equity, потому что дома растут, ну, в ценность дома, ценность на земли, будущее. На которой на будущее, да. Этот район очень сильно развивается, потому что, опять-таки, он находится в середине очень дорогих районов. Опять-таки, даунтаун Орландо уже сумасшедшие цены. Лейк Нона 15 минут, там уже цены, мы вам показываем дома, там уже миллион нужно иметь, чтобы что-то купить. Вот. А этот район как раз сейчас обращают внимание очень многие, те, кто не может себе в тех районах позволить купить, и они ищут недвижимость здесь, и этим будут повышаться цены, постоянно будут идти вверх. Я в этот район очень верю. Вот, находится, я бы сказала, это Lafayette area, Union Park, вот посередине, недалеко от университета, 10 минут езды. Вот. Так что, друзья, я считаю, что мой инвестор сделал очень хороший выбор. Да. Я пожелаю Але вообще просто огромной удачи в ее выборе, в ее инвестиции, конечно, не без моей помощи, потому что мне нужно будет найти арендатора, но я очень горжусь, я очень довольна Аллой, что она вот решилась на такой шаг, вот, и надеюсь, что все будет хорошо. Алла наша подписчица? Да. А, вот, да, да, кстати. Да. Алла наша так подписчица. Да, она обратилась к нам через канал, через YouTube канал RuFlorida. И вот сейчас она будет обладателем хорошего инвестиционного объекта. Угу. Да. Так что мы прощаемся. Сейчас мы покажем вам окрестности. Прощаемся на этом. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо большое. Пока. Пока-пока.